Ох уж наш великий и могучий русский язык. Только у нас бывает такая фраза «да нет, наверное». Его изучение, как известно, не всем дается. Быть может, поэтому певица Ингрид предпочла французский для своего ремикса на песню «Замечательный сосед». Очередной визит Ингрид в Москву не мог не порадовать жителей столицы и, в частности, канал Russian Music Box. Ведь совсем недавно певица зажигала на нашем дне рождения и пела песни на русском языке. На этот раз Ингрид выступала в Кремле и привезла с собой подарок – «La Trompette», который стал ремиксом известной композиции «Замечательный сосед». Я впервые услышала эту песню прошлым летом, а потом два известных диджея, итальянец и француз, предложили мне сделать на нее ремикс и записать на французском языке. Песня произвела на меня и на мою душу неизгладимое впечатление. Она такая ритмичная и запоминающаяся. Поэтому я сразу же согласилась на это предложение. Я сказала «да». После этого и появился на свет тот трек, о котором идет речь. Новая версия песни в исполнении Ингрид получилась очень яркой и танцевальной. Это кавер-версия песни, но очень заводная и грубовая. Это очень танцевальная, динамичная музыка. Кстати, сама Ингрид призналась, что ей все же больше запал в душу оригинал. Как-никак певица отлично говорит и понимает русский язык. Французский ремикс — это просто еще одна версия песни, но, честно говоря, лично я предпочитаю предыдущую версию на русском языке. И, конечно, я запишу и ее тоже. Я думаю, вы помните мое выступление на вечеринке, посвященной дню рождения Music Box. Тогда я весь вечер разговаривала только на русском. Я очень люблю говорить на русском, потому что у меня появляется возможность пообщаться с аудиторией. Это большой праздник сегодня, день рождения. Поздравляю! С днем рождения, Music Box! И это не пустые слова, ведь русский у Ингрид и правда превосходный. А что касается трека «La Trompette», спешите заценить. Я Ингрид, вы смотрите Russian Music Box. Чао! Очаровательный